Для проведения дотерминового голосования у Гомской области открыты 981 участок, и еще 41 у медицинских установок, санаториях и войсковых частях будет працевать только 18 лютого. Участок номер 32 неофициально называют молодежным. Практично половина выборщиков тут студенты. Недзе за 15 хвилин до початку голосования все члены комиссии проходят опошний инструктаж и ставят свои подписи на выборчих бюллетенях, иначе они не будут лечиться соправдными. Еще про несколько хвилин члены комиссии и назиральники запрошаются для опечатывания урны для дотерминового голосования. Теперь ее ускрыют только в неделю после завершения выборов по час подлику голосов. Ровно в 10 хвилин на участок заходят первые выборщики. В основном это студенты, у которых в этот час нема занятков. У Белорусском державном университете транспорта участок для голосования разместили у сопроводы историчном будинку. С 1898 года тут находилась мужчинская гимназия. Некогда вот про это помешкание гимназисты шли на занятки. Сегодня сюда пришли сучасные студенты, как выбрать своего депутата. Такая вот историчная сувязь часу. На этом участке выборщикам необходимо брать одного из четырех кандидатов в областный совет и одного из двух в городский. Подчас агитационной кампании, якая, до речи, будет протягиваться до 17 лютого включно, некоторые из претендентов отдают перевагу особистым встречам, некоторые робить ставку на пикеты, а лишь мат и таких, кто обмежуется распространением листовок. Пятикурсник Белорусского державного университета транспорта Андрей Марчук свой выбор зарабил миновито после ознайомления с информационными материалами. Недавно Андрей отримал попереднее размеркование у Минское отделение белорусской чыгунки и, вероятно, на Гомщине не застанется. Але лечит, что удел у выборах депутатов местных советов необходимо принимать обовязково. У речи ему в этом громадстве жить и працевать. До речи, свои будущие перспективы выпускник ВНУ оценивает оптимистично. Ты должен проявить себя как гражданин, в конце концов. Ну, ты же как бы живешь в этой стране, от тебя же зависит то, как ты живешь. Ну вот это основной способ, как можно повлиять на свою жизнь. У списке выборщиков на Гомщине включены 1 миллион 98 тысяч человек. Участок для голосования номер 10 размещены у клубе завода пусковых руховиков. Выборщики со стажем кажут, что миновито в этом помешкании и они заполняют бюллетени, напевно, уже не одно десятилетие. У речи тут не просто зручно, а и у певной ступени познавально. Мозаичное панно, якому, напевно, уже около 50 годов, и якое заховалось до этого часу, нагадывая выборщикам об истории не только предприятия, а и вугле города. До речи, выборы на этом участку за все вызначались массовостью и организованностью. Достаточно активная здесь у нас явка, связана в первую очередь с тем, что на территории нашего участка есть 3 общежития рабочих. Как правило, это не местные жители, поэтому они на выходные уезжают, пытаются проголосовать досрочно. Вот. Ну и жители ближайших домов в нашем районе, они также достаточно активны в связи с тем, что это бывшие работники и нашего предприятия, и других промышленных предприятий. А как известно, промышленные предприятия всегда проявляют высокую активность при проведении выборов различных уровней. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».